В день призывника юношам в возрасте 16-17 лет показали условия армейской жизни и рассказали о правилах проживания в казарме. Кстати, праздник был установлен еще в 1992 году по распоряжению президента страны Бориса Ельцина. С тех пор его отмечают регулярно. Основная цель этого мероприятия – военно-патриотическое воспитание молодежи, показать быт, жизнь военнослужащих, ознакомить ребят с военной техникой, стрелковым оружием, которое находится у нас на вооружении. Будущим призывникам рассказали и о новых поправках в закон о воинской обязанности и военной службе. С 1 января этого года все, кто не прошел военную службу, не смогут устроиться на работу в государственные учреждения. Предполагается, что теперь уклонистов будет значительно меньше.